В соответствии с планом организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса на очередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября текущего года, городской избирательной комиссией проведен обучающий семинар. На семинаре с участием председателей избирательных участков, их замов и секретарей были затронуты вопросы алгоритма работы с общественными объединениями, наблюдателями зарубежных стран и международных организаций, доверенными лицами кандидатов, представителями средств массовой информации. В Таразе имеется 125 избирательных участков. В них задействовано 1165 членов комиссии. Для них сегодня и организовали семинар. Проходить он будет в течение дня. Цель ее – отдать полноценное разъяснение тем, чтобы выборы прошли максимально прозрачно. Наблюдатели должны следить за входом и выходом избирателей из кабин тайного голосования и не мешать друг другу. Другие моменты. Наряду с этим были обсуждены различные ситуационные вопросы. К примеру, как могут проголосовать избиратели, работающие в смену? Могут ли проголосовать граждане, пришедшие на участки без удостоверений? По всем случаям были даны исчерпывающие разъяснения. 20-ші қараша кезектен тыс президенттің сайлауына толық біз дайынбыз. К предстоящим 20 ноября выборам мы готовы. Все обязанности членам комиссии разъяснены. И этот семинар добавит еще необходимой информации. Например, как работать с заявлениями и жалобами, если они будут, права и обязанности наблюдателей, четкие действия членов избиркомов и так далее. В завершении семинара его организаторы подчеркнули, чтобы предстоящие выборы прошли на должном уровне, ответственным лицам необходимо знать положенные законы. Кулюш Умурзакова, Ислам Кудиарбек, 77 News.